резко увернул вправо, чтобы детей не сбить, и перевернулся, все. Пострадавших нет, в принципе, так вот. Все живы-здоровы. По рассказу водителя, дети появились на дороге абсолютно внезапно, и этому есть вполне логичное объяснение. В этом месте вид на озеро Кабан загораживает густой кустарник. Именно оттуда и выскочили пешеходы. Нет, затормозить уже невозможно было, ничего. Прямо из-за кустов. Сколько детей было? Ну, один прямо на дорогу выскочил, один на обочине еще не успел. Двое было. То есть со стороны, получается, озера, что ли? Озеро, со стороны озера выскочили. Впрочем, опрокидывание «Шевроле» мог бы и вовсе избежать, если бы не пригорок с правой стороны дороги. Плюс ко всему, машина успела врезаться в дерево, а лишь затем вновь скатилась на дорогу. Вот тут вот, наскочил на дерево, резко завернул, наскочил на дерево и вот, лег на крышу. Дети, так по-моему, уже убежали, да? Ну, я лежал на крыше минут 5-10, еще там, я вылезти из машины не мог. От неминуемой беды спасла лишь своевременная реакция водителя. Мужчина за рулем уже более 20 лет. Несмотря на то, что подушки безопасности в иномарке не сработали, ее водитель не пострадал. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24.